МЧС России предупредила любителей рыбалки об опасности находиться на льду водоемов. Из-за неустойчивых температур структура льда становится хрупкой, при этом прочность его может значительно уменьшаться. Несколько дней назад в Приморье на реке Раздольной погибла семья с тремя детьми. Автомобиль, в котором они находились, провалился под лед. Обстоятельства трагедии выясняются. Рыбачили или отдыхали. Тут нельзя понять. Но просто в это время года находиться на льду, это самоубийство. Зимняя рыбалка – занятие увлекательное, но люди нередко пренебрегают правилами безопасности. Некоторые настолько уверены в себе и своих знаниях местного ландшафта, что отказываются всерьез воспринимать предупреждения. Вон, 700 миллиметров. Лед сейчас такой разнородный, где-то 70, где-то может быть и 20. Вы как не, он там и сколько были, везде одинаковые. В популярных местах отдыха сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России проводят рейды с целью информировать рыбаков о складывающейся ледовой обстановке и мерах безопасности на льду.